кручу, педали кручу, навстречу радуге дуге. Пусть удача дальше ждет, пусть. О чем он там год Леопольд пел? Неважно, о чем он, я пою об удаче. Навстречу удаче, еду навстречу солнцу, навстречу осени. Осваиваю, ребята, новую парковку. Новые способы паркования. Сейчас как бы у нас дождь идет. И ничего, песочники в принципе справляются. Чуть-чуть буквально вот пропускают. Чуть-чуть. Ну ничего страшного. Вот это. Таким образом все делают. Первый раз я на таком паркинге встал. Ну ладно, это у нас получается. Куда я приехал-то? Лента или как он называется, этот магазин? А, нет, это Ашан. Ашан, сейчас пойдем посмотрим. Котелок надо мне, который умеет вариться. Ну и обувь еще посмотрим, осенние. В общем, друзья. Ух ты, казаны. По 2000. Неплохо. На дачу бы такой взять. Вот кастрюля у меня такая, по-моему. Чего она стоит? 899. Нет, поменьше. По-моему, поменьше чуть-чуть. Или такая? Да не, поменьше. Чего я? Не верблюд, блин. Так, ну это все хорошо, конечно. Так. По 111. Кастрюлю-то мне не надо, в принципе. Вот такая у меня была в Москве, я помню. Маленькая, маловато. Взял большую сейчас. Вот я хотел взять вот что-то типа какого-то кувшина. Эмалированный не пойдет. Он так и называется, кстати. А, ковша называется, не кувшин. Вот этот, кстати. За 400 рублей, может быть, он пойдет. Ну да, разогрелчик, ручка не горячая, донес, поставил, поперчил, окропил святой водой пищу, помолился и вкусил. Нормально. 400 рублей. Так, ну есть еще кое-что. За 1380. 9, но тут с крышкой, тут уже что-то более... А, ну ручка, смотрите, металлическая ручка. Будет горячо, не пойдете. Такое, это, конечно, водичку из колодца черпать только. В таком разогревать не будешь. Семейная она жизнь такая, ребята. Слушать все время упреки, всякие капризы. Пилево. Так, сейчас не об этом. Кастрюлю мы не берем, та еще нормально. Но эти хорошие, не прямо взять ее, да? Но зачем мне вторая есть? Надо. Ну, можно маленькую взять, есть большая, как бы вот, как вариант. Но для чего, когда такой же объем, допустим, в ковше у меня будет, я могу не в кастрюльке приготовить маленькую порцию, а вот в этом ковше то же самое. Пока я склоняюсь к этому ковшу. За ним я, наверное, и шел. Так. Вот. Наверху то же самое. 399,99. Так. А вот эти вот без обертки. Давайте просто посмотрим. Ну, видно, что металл более толстый, более обработанный, более нержавеенный. Но ручка, видите, горячая будет, когда поставишь на плиту. Надо ручку еще тут. Из пробкового дерева что-то тут еще. Из пробок из-под шампанского на изоленту еще крепить что-то тут надо. Или нет, без изоленты можно
пробку вот так вдоль надрезаешь и сюда продеваешь. Раз, два, три, ну, штучек пять. Кстати, неплохо может получиться. Ну, цена. Цена. О, совсем маленький. Ну, это квас пить. Флягу поставил кваса. Ну-ка, уходилось, нет, раз так. Зачерпнул. Сам текло в рот, не попало. Так, ну ладно, все, ребята. Пока, что там, ну покажу вам, раз уж пришел, на цены. Тут уже более красота такая, знаете, уже. Уже такую же в коммуналку не принесешь, да, расписную. Такую же надо в ДК-130, в дом кирпичный, в частный заносить. Жену радовать. Вот такая в коммуналку пойдет. Или такая. Чтобы в глаза не бросалось, никто не завидовал и никто не украл. Как в тот раз я в Кире лежу в коммуналке, курицу оставили вариться. Херак, и нету кастрюли вместе с курицей. Всякое бывает в коммуналке. Ой, сколько изобилия вообще. Смотрите, чайничек какой нарядный. Ну, чайник можно взять. Но не этот. Хотя тоже свистун, наверное, или нет? Где свисток у него? Ладно, чайник у меня еще работает. Что тут есть еще вам показать? О, скороварка. Тоже что-то очень серьезное. Уже надо канал свой по кулинарии, чтобы такое покупать. Это в подарок только нарядное. Пивная металлическая. Пиво не пьем, не пойдет. Бидон. Ну, раньше за пивком ходили с бидонами, сейчас, ну и за молоком еще, сейчас ни молока настоящего, ни пива настоящего не найдешь, так что ставим бидон здесь. А сколько он стоит? Цена неплохая, между прочим. Ну, казаны пошли, это уже вообще высший пилотаж. Это свой участок, конечно, сразу видится с газоном, со стриженным. Только в таких случаях брать. Так как газона нет, казаны не берем. Ну все, ребята, надо мне еще обувь посмотреть. Ну так, еще покажу вам просто этот масштаб. Вот они. Вот она, мечта хозяйки. Ашановская история. Беру вот этот котелок. Тут были еще другие, но это даже лучше будет. По объему он тот же самый объем, но как бы металл потолще здесь. Что у меня случилось с тем? Прогорел он, по-моему. И сейчас я с металлической этой тарелкой хожу. Неудобно, ручки нет, разогреешь, ну и как-то все это. Где-то они вот эти металлические, сейчас покажу. Ну не такие, короче, не алюминиевые, а там прямо такая вот, прямо вот, вот она вот примерно вот что-то типа этого друшлака, такая вот она из этого металла. Ну тоже уже поизносилась, так что все, пошли, ребята, на кассу. Нет, сейчас обувь посмотрим. А, вот они, сковородки, кастрюли. Сейчас подойду, покажу вам новую. Вот это большой размерчик, у меня поменьше. Такая она. Вот она, по-моему. А, нет, это тоже маленькая. Хотя, что-то типа этой. 150 стоит эта большая, 349. Миска называется. Миска для мишки.
все пока. Осеннюю обувь посмотреть, теплую и непромокаемую. Называется «Прощай, молодость». Посмотрим. Тапочки есть, не надо. Вот это значит посуда, бокалы, кружки. Подушки, но это все тоже есть. Кимоно не надо. Кимоно не надо. Кино тоже не надо. Так, а вот это уже ближе мы подошли. Вот, например. Что-то типа таких. 400 рублей. Ну, вот таких я хотел, чтобы внутри мягкость. Внутри, снаружи непромокаемость. Вот что-то типа этого. Какой размер? 45-й как раз мой. Ну, по дому. Не, ну не то, конечно, мякоти мало внутри. Мало, конечно. Похоже на то, что я хотел. Так, ну ладно, сейчас поищем. Будем искать, друзья. А чё, кроссовки промокают, где-то чё-то раз, эти в калошки-то пошёл, нормально. Прощай, молодость, 42. Так, ну то, что искал, не нашел, конечно, размерчика нет, но вот эти 46-й, померяю, может быть, хотя бы так почувствовать, как сидит. Это 44-й, ну, маловато, наверное, будет. Надо удобно. Ну, жмут, конечно. Маловато. 46-й год, короче. Эксклюзив манго. С чем его едят, ребята? С удовольствием. Рыбная лавка. Слива сезонная, слива синяя. Ладно, все, пошли.
классика жанра. О, 24, здесь дороже даже. Так еще 29, тут со скидкой до 4. Пятерочка не 20 рублей стоит. Этот 40. А эти брать не буду. Не кондиции. Вот это торпеды. И все, арбуза больше нет. Так, картошечка почем у нас? 28,99. Тоже сезонная. А вот белый картофель по 28. У меня картошка есть, я святки привез там. Пол мешка у меня лежит. Она хоть и не крупная, но она такая плотная и такая вкусная. Так что, ребята, до Нового года я с картошкой живу. Слава Богу. Ну, дальше молочка пошла. Так, мед посмотрим. Мед. Да ну, здесь даже мед, даже один золотой человек сказал, ты даже не смотри, говорит, в магазине на витрину, если мед. Тут, говорит, один сахар в магазинах. А он этот пчеловод, он врать не будет. Он говорит, у меня бери. Ярмарка была, сегодня ехал, думаю, там, ну, медом-то торгуют, думаю, успею, может, хоть литруху возьму, ладно. Всю ярмарку уже, это, разогнали, все, закончилась ярмарка. Там, возле Александра Невской лавры. В Москве жил, очень любил сгущенное молоко. И иногда даже, ну, чтобы так немножко себя так приструнить, отказывал себе. Знаете, как это было нелегко, то есть боролся с этим вот. И, видимо, поборол, сейчас не беру уже ее. Видимо, поборол эту страсть, сладкоежкой был. Ну, а сейчас какая страсть? Сейчас вот с пивом боремся, с пивными страстями. Алкоголизм называют. Ну, не знаю, поборю или нет. Надо, иначе удачи не видать. Ладно, все, ребята. Сыр, натура, слив. Все, больше нечего мне тут смотреть, брать. В принципе, я все взял, что хотел. Посмотрел, что хотел. Надо на опрашку зайти, там посмотреть обувь. Майонеза тоже сейчас не беру. Вообще отлично. То есть, смотрите, даже раньше вообще без майонеза не мог есть этот горох, там суп какой-то или еще что-то. Вообще любую еду без майонеза. Вот тоже страсть. Хоть бы что поборол сейчас. Мало того, без масла даже приучил себя. Легко ем все без масла. То есть полностью постный. Ну, я думаю, это результат ведь ни одной недели, так сказать, периодической работы над собой. Так, все, видите, сейчас. А, вот сюда можно. Не, здесь много будет. Сейчас уже так приучают потихонечку людей на самообслуживание все это. Потом будет печать на лоб, на правую руку. Карточек не будет и денег не будет наличных. Будут подходить чик лбом, чик. Ну, в общем, жесть полная. Не знаю, доживу, не доживу. Сложно сказать до этого момента. А где касса? А здесь-то касс нет. А что-то немного касса совсем. Странно, раньше больше было. А что это они все закрыты? Ну, днем народу немного. Смотрите, как. Дождик пошел, ребята. Короче, взял я котелок. Котелок. Поеду обедать. Обедать, кушать. Может быть, если желание проснется и дождик прекратится, то, может быть, поеду в баньку. На трассе, конечно, опасно в таких ситуациях выезжать, но в таких ситуациях мы, когда движение плотненькое, мы едем по тротуару. Хотя имею полное право выехать на трассу. Ну, во-первых, я никуда не спешу, во-вторых, незачем мне, когда пустой тротуар. Ну и в-третьих, зачем лишний раз подвергать себя, так сказать, дорожно-транспортному происшествию? Лишний раз уступить, лишний раз объехать, лишний раз
подождать, переждать. Да. Так оно будет спокойнее и живее. Да. До 10. Вот, значит. Так, что свет не включается. Ну ладно, не включается свет. Припарковал я его здесь, паркую. Котелок главное не забудь. Раньше здесь стоял другой велосипед. Долго стоял. Потом весь в краске, уже тут красили что-то. Никто не берет, а потом, видимо, его перли, что ли. Не стало его. Ну, я сейчас паркую. Так-то тут два войдет. Если что. Ну, там еще есть лестничный марш. Так что не страшно. Ой, блях. Все нормально. Котелок доставлен. Такой замочек. Все не фокусируется. Не могу не показать вам эту красоту, как будто темновато. Вот мой стальной конь. Сумка. Взял сумку, забил все. Воды взял, еды взял, тапки, полотенца. Все, в общем, взял вдоль обводного канала. Пилю. Немножко пятками задеваю сумку, но ничего, можно ее на руль, если что, посадить. Но сейчас не буду уже ничего кантовать. Значит, ребята, что хочу сказать. Движение неплохое. Здесь вдоль обводного канала свободно. Трасса, ну, пешеходная зона. Редко кто появляется, то есть... Я сначала поехал через техноложку, потом думаю, ну там народу много, зачем мне техноложка, когда можно вдоль обводного канала. Сейчас вот за этот храм, там будет Балтийская, и там уже баня. Шкапина 10, общественная баня, как вы любите, с паром. Моя любимая. Раньше был чаще там, потому что цена была прекрасная. Цена была, значит, не соврать, 60 рублей, да. 60 было рублей. Новомосковский мост. А сейчас 600. То есть смотрите, как поменялось. С 60 до 600. Так, мне, наверное, лучше туда уйти. И вот мне на ту сторону надо. Поэтому, пока я тут с вами разглагольствовал, может быть, у меня был зеленый, но я, ладно. Ладно, не спешу сильно. Время 6. До 10 работает, но мне хватит, короче. Вообще, на самом деле, больше с разведкой посмотрю, как, что вообще там, может вообще закрыто или работает, не работает. Оказывается, видите, на сайтах одно пишет, по факту другое, так что съезжу тут недалеко, поэтому мне удобно, я проверю, и если что, чтобы уже знать на будущее. И все, пока, с легким паром, всех, и Миша тоже. Но пока пара мы не видим, мы молока не видали пока. Оп. Да, тут надо понимать, что пешеходная зона пешеходная, но встречаются и велосипедисты, и там доставщики очень много. Сейчас с одним тоже, ну тот на электро, он, у него скорость большая. Вылетает, ну надо быть очень внимательным, потому что на трассе понятно, внимательнее вдвойне, а на пешеходной зоне тоже. То есть есть эти разные здесь лихачи доставщики, поэтому поехали, ребята, Московский проспект. Переходим эту реку. Вот. Так, здесь дорожка и здесь дорожка. Эх, дорожка фронтовая, не страшна нам побежка любая, а помирать нам рановато,
Есть у нас еще в бане дела. Дома дела. Сумка на месте, все нормально. Камни горячую воду. Руки трясутся на полосе. Парной запрещается пользоваться маслами, мазями, медом. Медом, кофейным жмыхом и всем, что оставляет видимость небе. Стирать запрещено, запрещено потреблять мыльных и раздевальных отделениях мази, настойки растирания, уважаемые посетители, вход в нижнем белье в парнях, строго запрещено. Осторожно спуски пол, потому что еще мыльный зал закрывается пол 9.45, а сейчас 9.15, а мыльный зал выполнен. В парной запрещается пользоваться маслами, мазями, медом, кофейным, жмыхом, вениками с иголками. Но иногда бывает каких-то поставок, очень редко. Ну все, ребята, с легким паром меня напарился. Отхожу, значит, и все, и выхожу, поехали. Все. Всем привет. Все, напарился, ребята, лечу домой. Прохладненько, надо шапочку было одеть. Все-таки не месяц. Сырая, с баней, вот так вот. Ну, нехорошо, конечно. Надо шапку было взять. Ну, ладно. Морозит, ёлки-палки. Ну, бляха, неровные дороги-то, что ли? Только успевай в повороты входи. Колесо бы не проколоть, а? А вот и Звенигородская, ребят. Дом 3. Я вдыхаю этот воздух любви, Господь смотрит, его слово лови. Надо мною вольный ветер паря, Он такой же, как и я. И хочется любить и дышать, И мне другого не нужно. Какой я есть, меня не сломать. И все потому, что я лесбиянин.
улетает эта песня и зовет меня с собой. Покаянием пылает сердце, освещая путь земной. Мне хочется любить и дышать, и мне другого не нужно. Я есть, и меня не сломать, и все потому что я русский. Вдыхаю этот воздух любви, Господь смотрит, его слово лови. Надо мною вольный ветер паря, он такой же, как и я. И хочется любить и дышать, и мне другого не нужно. Какой я есть, меня не сломать, и все потому что я Yeah.